короче, капец, я полностью расстроен вообще, прям до предела. Чуть такое нафиг? Хотя бы маленькую, ё-моё! Вот так новость, чуваки. Меня заблокировали в Roblox. В последнее время что-то слишком часто стало популярно что-то блокировать. Я не знаю за что, правда, я ничего не делал, я никого не оскорблял, я ни у кого ничего не унижал, я не могу понять, почему меня заблокировали. Давайте посмотрим. Учетная запись удалена. Наши мониторы контента определили, что ваше поведение в Roblox нарушает наши правила. Блин, какие? Черт возьми, я просто играл, записывал видео на YouTube и все. Вообще все, я больше ничего не делал. Что я нарушил? Нарушил правила то, что играл в игру в Роблоксе? Roblox не допускает дискриминационных высказываний, контента или действий на основе расы или этнического происхождения, национального происхождения, религии или религиозных принадлежностей, полугендерной, идентичной или сексуальной ориентации. Ну понятно, содержимое удалено. Я вообще никуда не могу зайти, если я захожу хоть куда-то, вот в магазин, даже купить Роблокса не могу, даже на свой аватар не могу зайти. Везде одна и та же страница. Я не знаю теперь, когда я появлюсь в Роблоксе, но вот такая печальная новость. Не знаю, напишите в комментариях, было ли у вас такое, но я так и не могу понять, за что меня забанили. Реально, я ничего не делал. Ну раз уж Роблокс заблокирован, мы сегодня с тобой поиграем Джонни Айсланд во вторую часть. Как ты помнишь, в первой серии мы уже с тобой побег на 30 дней преодолели. Сегодня мы постараемся сделать марафон выживания. Я еще не знаю, что это за версия. Давай нажмем, посмотрим. Что это такое вообще? Марафон выживания. Так, я стою в труселях, греюсь. Зачем мне греться, когда тут так жара, солнце. Задача: ешьте и спите, когда устанете или умрите. Держите огонь горящим, или вы умрете. Оставайтесь в живых сколько сможете. Удачи. Ага. Так, мне надо, чтобы мой огонь не тушился. Я правильно понял? А как чтобы он не тушился? Что нужно сделать? Так, давай, наверное, рыбёху пойдем поймаем, что ли, с тобой. Смотри, вот тут прям плавает. Опа! Балда. Повезет в следующий раз. Да, конечно, повезет в следующий раз. Ну, в этот раз-то не повезло. Ладно, Джонни, давай, не расстраивайся. Так, что у нас тут? Костерчик. А что с ним нужно делать вообще, чтобы он не потух? Греться возле него? Это что такое? Так, я могу какой-то шалаш, смотри, строить. О, нифига себе. Загрузка 0. А что 0? День второй. Костер пока горит. Так, вода. Воду набрали немножко себе. Опа, дождь пошел. Вот сейчас надо воды побольше. Блин, а в дождь ведь может костер-то потушиться. Ёлы-палы. Туда дровишки, наверное, надо подложить. О-о-о-о, одна дровина. Вот одна дровина. Так, подожди, дровина. Подбираем дровину. Бревно мне нужно. Так, давай подкинем, наверное, в костер. А как в костер дрова подкинуть-то? Господи. Не могу понять. Он, блин, сейчас у меня уже потушится скоро. Новое достижение. Что это такое? Умирать от голода. Прикинь, я умер от голода, блин, я совсем забыл про жратву, я увлекся. Вы выжили на острове в течение 6 дней, ты скелет. Не, ну 6 дней это дико мало, надо хотя бы продержаться, блин, ну так прям. Не 15, недельки 2, так нормально. Так, день первый, так, тут сразу все подбираю. Ешьте, когда или вы умрете, держите огонь горящим, или вы умираете. А как его держать горящим? В него же нужно все время подкидывать что-то. Так, 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 так. Я не вижу просто, что это? Кокос? Что я делаю? Что? В смысле, я хочу побриться, что ли? А, нифига себе. Чё? Я его побрил кокосом и морской ракушкой. Посмотри теперь он какой красивенький. Так, ладно, хорошо. Дополнительная помощь. Да, это количество дней, которые вы пережили на острове. Вы выполнили одно действие каждый день. Вы выбираете действие из меню. Понятно. Так, собирайте воду. Понятно. Ловите рыбу. Понятно. А, вот, держите огонь включенным, чтобы оставаться в живых. Добавьте дерево в огонь. Понятно. Соберите древесину, чтобы разжечь ваш огонь. Понятно. Сон или смерть? От настоящих хищников. Понятно. Монеты. Ну да, все. Все ясно. Так, у меня побритый Джонни. Что у нас там? Давай пока, наверное, поймаем себе жратву. Ну, ловись, рыбка большая, маленькая. Нет, маленькая не надо. Давай большую лучше. Блин, ну что-то пока как-то... Да блин, хотя бы маленькую, ё-моё! Голодный останусь навек. Да, Джонни, походу ты расстроен. Слушай, ну у нас со жратвой проблемы, поэтому давай, наверное, мы еще раз отправимся на охоту. Вот она. Вот я балда, ёперный кокос. Я, по-моему, опять с голода умру. День второй, а жрать-то хочется. Собирайте больше древесину. Где ж собирать-то ее? Нету никакой древесины. Вот она, вот она.
Я понял, остригаюсь. Так, надо подложить дровишек, давай. Ага, хорошо. Так, что там у меня? Господи, боже ты мой, мне нужно срочно пожрать. Все, это мой последний шанс. Ребята, если я сейчас не ловлю рыбу, все, я сдохну. Скелетом, юрок будет. Ну, мне нужно что-нибудь большое, я так не смогу поймать маленькую рыбу. Вот, большая. Давай, давай сейчас прям по центру ее. Есть! Я ж сказал, нет, будем жить еще долго. Но надо еще теперь водички добыть, а то там как-то прям с водой у нас проблем. День четвертый, день пятый. Так, с водой проблем, давай водичку добываем, пока дождь идет. Наливаем, наливаем, наливаем водички, кокосики. Так, 2,5 литра запасов, нормально. День пятый, сохранено. Так, 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 огонь. Надо, собирайте древесину. Блин, опять у нас древесины нету. Давай атакуем, что делать? Чуть такое нафиг? Да чё, меня сожрала акула, что ли? Акула убила тебя, ты мертвец. В следующий раз коснись бревно, которое не близко к акулам. Используйте рыбу в качестве приманки. Вы выжили на острове в течение 6 дней. Да ну нафиг, ну чё за невезуха? Дайте мне прожить хотя бы дней 15. Нет, всё-таки я ещё раз попытаюсь. Давайте всё-таки, знаете, нет, доведём это дело до конца. Нормально всё. Так, всё, давай на охоту сразу. Вот это да. На, поймали сразу такая здоровенная. Все, жратва есть. Давай немножко водичку. Что-то как-то прям, ну ладно, полтора. Надо бревна. Все есть. Давай подкладем бревно вот сюда. Собирайте больше древесины. Да, я понимаю. День четвертый. Так, немножко поспать мне надо. Давай в сон какой-нибудь поиграем. Что мы там еще с тобой не играли? Давай, не знаю, вот эту овечку. Что мы с ней будем делать? А, коснитесь, чтобы взлететь вверх, не падайте и не ударяйтесь. Понятно. Ага. Вот балда. Ну тут сложно, между прочим, так-то. Просыпайся давай, все, это был сон. Хорош спать, тебе выживать надо, балбес, блин, ты. Что нужно сделать? Ну давай рыбеху поймаем, наверное. Ай-яй-яй! День шестой. Так, дровишек, собирайте древесину. Тут что, опять акулы? Опа, выходим. Ой-ой-ой, блин, у меня костер прям догорает. Быстрее, срочно. Срочно, срочно, срочно. Так, костерчик это прям мало. Так, водички мало, давай быстрее. Ну я уже какой там день держусь, я не помню. Седьмой, восьмой, седьмой день. Мало древесины. Так, надо мне еще древесину пособирать. Я не беру пока ее. Отплывайте, давайте. Нет, ладно, не успею. День девятый. Блин. Ох, как у меня костер-то догорает. Прям вообще слабо. Так, давай подкинем немножко дровишек. Дров бы надо. Вообще, что-то прям так все сложно, капец. Давай, наверное, дров все-таки. Вот тут. Раз. Давай, отплывай быстрее, зараза. Давай. Есть. Два бревна, это хорошо, друзья. Прям отлично. Костерчик горит. Так, поспать бы надо. Давай спим. Давай снова в овечек. Где наши овечки? Вот они, а то мы тогда плохо в них сыграли. Давай снова попрыгали. Смотри, пока неплохо. Ух, ударился овечка, овечка, овца. Так, полная энергия, отлично. Так, десятый день, и у меня не хватает еды. Еды мне надо, а то я скоро умру с голоду. Мне нужно срочно поймать рыбу. Я умру с голоду. Блин, мне снова надо на охоту, иначе я сдохну. Это последний шанс, ребята. Твою ж за ногу. Все, я сдох. У вас нет еды, вы ты скелет. Да блин, 13 дней всего лишь выжил. Ай, короче, капец, я полностью расстроен. Вообще, прям до предела. Ну, может быть, это тоже, конечно, неплохо. Короче, если ты играл в эту игру, обязательно напиши, сколько дней ты продержался, потому что мне тоже интересно. Вот в 13 дней все, вот максимально. Но я попробую, может быть, как-то еще продержаться, может быть, все-таки мне удастся побольше. Я уверен, что можно это сделать. Ну, сегодня вот так. Друзья, ну что, вы были на канале Funny Family Games TV. Мы играли с вами игру Johnny Island. Подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока-пока.